Поехали! Корзиночка и книжка. Что-то сейчас произойдет. Всем привет! Меня зовут Анюта, и вы на канале Юта Плей. Сегодня мы с мамой вместе сделали вот такой самодельный шарик 4-й серии с маленькими сестренками. Если тебе интересно, какая же куколка мне попадется в этом шарике, и возможно ли она будет менять цвет, то досмотри это видео до конца. Ну и поставь лайк, конечно, если любишь самодельные сюрпризики. И обязательно подпишись на мой канал, если не подписался. Ну а мы начинаем. Ну и как обычно рассмотрим шарик со всех сторон. Смотрите, какая милая куколка нарисована на обложке, которая смотрит через линзу. А на обратной стороне нарисовано, что нам может попасться 5 сюрпризов. Линза, подсказка, обувь, сумочка и сама куколка, которая, возможно, может менять цвет. Открывать я этот шарик буду по такой красивой молнии с милым сердечком. Поехали! Под первым слоем нам попадается красная линза, которая уже была в прошлой моей распаковочке Wow Бетонцы 4 серии. Видео можете посмотреть на моем канале. Ну а мы продолжаем. Здесь уже молния со звездочкой. А вот и подсказочка. Но смотрите, почти ничего не понятно. Теперь мне нужна вот эта линза, чтобы узнать, что там нарисовано. Корзиночка и книжка. Подсказочку я, конечно же, придумала сама, потому что я еще не знала, какие подсказки будут в 4-й серии. Ну что ж, давайте открывать дальше. Под этим слоем уже наш шарик. Ну давайте же уже скорее открывать. Смотрим, какая же нам куколка попадется. Смотрите, какая красивая сумочка с радугой и облачко такое милое. А это тапочки для старшей сестренки с помпончиками. А вот и сама малышка. Это же куколка с обложки. Маленькая Кэндис Кьюти. Какая хорошенькая. Я думаю, это куколка из волшебника изумрудного города. И в сумочку. Так мило улыбается. Смотрите, она нам даже язычок показала. Ну и сейчас я проверю, меняет ли эта куколка свет. В холодной воде и в горячей. Смотрите, в холодной воде даже лед есть. Сначала опустим в холодную воду. Смотрите, в холодной воде она меняет цвет. У нее плавочки становятся розовыми и появляется синяя маечка и синие носочки. А теперь опустим в теплую водичку. И все исчезает. Плавочки становятся беленькими, носочки исчезают и синяя маечка тоже исчезла. Давайте еще раз холодную. Снова появляется. Напишите в комментариях, как вам больше нравится. В холодной воде или в теплой воде. Вот такая куколка мне сегодня попалась. Лайк, лайк, лайк! И напишите мне в комментариях, какую бы еще вы хотели бы увидеть распаковочку на моем канале. Если тебе понравилась распаковка, то ставь лайк, подписывайся на мой канал, на мою группу ВКонтакте и на мой Инстаграм. Всем пока! Что-то сейчас произойдет. Горячую. Все исчезло.